Так, всем привет из солнечной долины Калифорнии. Мы сегодня приехали, после школы меня мама забрала, и мы решили поехать в Whole Foods, посмотреть, что тут у нас, и заодно зайдем в Nordstrom, может быть. Вы меня спросили просто поснимать Whole Foods, вот я вам поснимаю. Так, извините за шум, но вот, смотрите, нас спрашивали, если у нас продаются там дыни, арбузы, у нас и поинтереснее продаются, у нас маракуйя, вот Whole Foods продается. Вот сколько, вот когда вы видели на Инстаграме, я просто тут сок делаю свежий, кстати. Вы на Инстаграме, когда видите картинки конкретно, вот такие вот, вот такая картинка, да, то это вот где все это снимают. Whole Foods, кокос, $3 каждый. Перчики, аспарагус $4 ЛБ, просто буду показывать на каких-то вещь, ну, продуктах. Папайя, черри моя, мы, по-моему, ели на Гавайях. Кто не видел, мы прошлым летом ездили просто на Гавайи, и мы пробовали тропические фрукты разные, где я их пробую, мама их рис. Обычно дают пробовать салат, но может потом дадут. Короче, вот такой халапеньо, ахитуна салат, очень-очень вкусный. И цена у нас 5,92, ну, 6,07 в такой области. Смотрите, рыба какая. Ого. Это, наверное, снаппер. Помнишь, мы когда кушали? Вот это хорошая. Морские ежи. $10 ЛБ. Вот поки. Мы тоже это на Гавайях очень часто ели. Сейчас вам хочу показать просто, сколько сыров. Смотрите, тут же стоит бар, 10,99 ЛБ. Ну, если чуть-чуть берешь, то нормально получается, в принципе. И разный вид очень сыров, короче, их очень-очень много. Смотрите, какая штучка, 5,20 такой кусочек. Ну, это надолго. Амарена тощи. Какой-то black cherry, черная черника, это черешня в сиропе. Тут у нас лэмпс. Осьминожки. Осьминожки. Нет, Соня, ты знаешь, это маленькие кальмары. Это были кальмары, да. Перепутали. А тут сколько мяса, смотрите, и уже маринованное есть. Вот тут можно взять, попросить, чтобы они нарезали мяско, очень-очень вкусное мясо. Мы пробовали, на самом деле вкусное. Так, вот так выглядит магазин. Мясо сейчас еще покажу, сколько тут, какой тут большой шашлычки, выбор. Мясо, тыряки есть. Вот это вообще что-то непонятно. Pork, как belly. Сало. Это belly, живот. Ну, живот, да. Сало, короче говоря, наш почеревок на украинском. Вот такие. Hi. Hi. Just looking. Эти как куриные ну, на палочке котлетки, да? Наггетсы, как чикен наггетс. Такие вот крылышки маринованные. Это курица в терияки соусе. И манго. В лимонном соусе. Укинаки. Боже, что такое? Беки-маки, шмаки-пуки. Black pepper. А вот грудище, посмотри, какое. А это бекон. Чембери не хочу. Ну, к
Кто не знает, это магазин очень как полезных. Ну, тут можно найти очень полезные продукты, оригинальные. Так вот, тут делают много веганских продуктов, там майонезы и все такое. Тут можно найти веганское. Но мы сами делаем майонез. Так, тут идет хлеб. Можно выбрать хлеб. А вот тут идут десерты. Так, тут у нас напитки, я еще покажу, может я возьму, не знаю, посмотрим, камбучу, не знаю, если я хочу или нет. Тут обычно пробовать дают, но вот уже все съели. А вон там печенье, ну ой, тортики, выпечка, короче. Смотрите, какой красивый. Hi. Did you need help with anything? No, I'm just looking for now. Okay. Также вот цены. И вот эти макароны. Тут можно взять суп. Можно взять разные виды еды. Вот можно взять уже готовую еду. Тут то, что надо просто приготовить, но она уже как пельмешки уже слеплены. Короче, тут огромный выбор на самом деле. Ну что, картошка, мясо, все, вся обычная еда. По поводу напитков, я не знаю, может кто-то заметил, наверное, да. Я люблю камбучу, я люблю очень манговую, я люблю очень гуаву. Я люблю какую еще? Где она стояла? Еще какая-то была, я забыла какая уже. Ну, короче, и вот этот бренд очень даже вкусный. Мама решила взять себе вот такой вот картофельный салат. Чуть-чуть попробовать. Первый раз в жизни. Ну да, это первый раз. А я, наверное, посмотрю пиццу и посмотрю суши, пока пойду. Мама все-таки решила взять салат вот этот вот. Это курица и песто, да? Вкусный, вообще обалденный. Я смотрю суши, вот мне их просто показываю пока. Я люблю, например, вот такие вот с крабовым мясом. Ну и, конечно, салмоном из туны я люблю, сашими я люблю. Но вот один из видов это крабовые суши California Roll. Причем суши вкусные только в Whole Foods и в еще одном ресторане, я забыла, как он называется. Японский ресторан, где мы в том Коби или как у вас? Коба, что-то Коба, такое. Коба, что-то такое. Да. Вот там еще. Но то, что реально вот приехать и взять, это вот фокус. И у них очень вкусная пицца. Короче, вот что мы берем. Это все, что мы решили взять. И мы сейчас тут сядем и покушаем. Тут есть очень красивое, ну, не очень-очень красивое, но очень милое место, короче, где можно просто сесть и покушать. Мусор тут выбрасывается обратно. Ну, не обратно, а по... разным наименованием. Короче, то, что recyclable, пластик, стакан, металл, мусор, это все остальное, и бумаги, там, еду, полотенце и все такое. Так, короче, вот, еще раз покажу, сейчас расскажу про цены. Так, салат 4,68, камбуча, вы видели, 3,78, что-то такое, и пицца 3,50. Сейчас будем кушать. Так, сейчас вам хочу показать мыло, но перед тем, как я это сделаю, хочу сразу сказать, что там есть, где вилки и ложки, там есть, короче, эти, как бы, микроволновка стоит, короче. И в этой микроволновке можно даже свою еду разогревать работникам и так далее. Так, смотрите, тут какая морская сушь. Короче, вот это очень вкусная, лавандовая. Вот они в коробочке продаются. По этой цене я не уверена. Нет, я не знаю цену, к сожалению. А, вот, $12 паунд. Вот этот вкусный, видите его? Уже нету почти. И вот этот плохой. Так, а вот мыло. $1.52 за ОС. Это, по-моему, на вот эти. А на этих или на все, я не уверена. Ручной работы мыло. У нас тоже в Одессе такое было. Тут, по-моему, бомбочки, да, еще разные, как их, принадлежности для ванны.
тут косметика. Парфюмы есть, там есть масла, вот, да, как раз я попала. А вот мой любимый один, ну, кто нас смотрит, уже знает, наверное, что вот этот бренд Alba Botanica, он... Это единственный бренд, который мне подходит для лица. Я смотрю вещи, и посмотрите, сколько вот... Какая вот как накидка, не знаю, комбинезон стоит летний, $74. Ну, можно, в принципе, самим так им сделать тай-дай. Тут вот леггинсы, одежда продаются. Ну, цены примерно я вам могу показать сейчас. Вот. Вот. Такие цены. Смотрите, цветы какие красивые. Я знаю, что вы при входе видели, но еще раз покажу вам. Магазин похож расположение на Ральфс, но продукты другие. А вот мочи. Тут очень вкусные мочи. Я брала почти каждый день мочи на Гавайях. Сейчас я беру иногда, когда мы в Whole Foods мочи. Смотрите, тут мыло. Ну вот цену вы видите. Одно за 2,50, два за 6. Так и купится, по-моему. Я понюхала одно, я взяла стробери, просто клубничное. Клубничное мыло так пахнет. Я думала, ну что, мыло как мыло. Понюхаю ради интереса. А запах обалдительный. Обаятельный, просто обалденный, короче.